Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. В сегодняшнем видео я хотел бы поговорить с вами о недвижимости. Вообще рынок недвижимости развивается достаточно быстро, и он уже вошел в нашу жизнь, да, то есть это и съем апартаментов, и покупка, и продажа жилья, и съем каких-то помещений продовольственных и так далее. Все это оформление всех этих документов и так далее, это занимает достаточно много времени. Если вы, допустим, находитесь в разных городах, то это вообще длится иногда месяцами. И сегодня как раз-таки я подобрал для вас проект, который как бы внедряется в сферу недвижимости. Именно они приносят туда блокчейн. Они хотят его внедрить, и данный проект называется у нас AI Tokens. Как я и сказал, все процедуры эти занимают достаточно много времени, ведь даже чтобы отстоять какую-то очередь, да, за получением каждой услуги, подписанием каждой бумажки, начиная там от оформления кредита и оценки вашего объекта, ну и заканчивая, конечно же, регистрацией права собственности, это занимает очень много времени. И здесь нам приходит именно децентрализованная платформа на помощь, да, AI Tokens. Она предлагает достаточно большой спектр услуг, связанных с недвижимостью. Они действительно внедряются в эту сферу очень глубоко. И давайте я расскажу вам, какие же услуги они будут нам предоставлять. Вообще ключевые именно особенности данного проекта, их подход к рынку недвижимости базируется на распределении традиционных каналов рынка недвижимости по направлениям в едином веб-портале. То есть все это будет на их платформе. То есть проект направлен именно на минимализацию, да, расходов и экономлю, конечно же, нашего с вами времени. Да, то есть здесь будет тратиться достаточно мало времени, не как мы привыкли. То есть теперь будет открыт именно дистанциональный доступ ко всем услугам, да, то есть рынка, недвижимости. Но это позволяет всем пользователям проводить операцию. Просто находясь дома, вам не надо никуда выходить. Вы можете это сделать в любом месте, где бы вы ни находились, да, и в доступное для вас время. Без длительного какого-то ожидания, либо вам не надо никуда ехать. Зашли на платформу дома и все сделать. Преимущества платформы, они тоже имеются. Платформа надеется именно вывести решение следующими способами. То есть это сокращение именно совокупных затрат, да, то есть все сделки будут проводиться внутри платформы, и, соответственно, вам не надо будет платить различным посредникам, как мы привыкли, да, то есть много организаций, которыми эти занимаются, и всем им надо дать денег. Здесь вы можете все сделать самостоятельно, и это, конечно же, сократит ваши расходы. А также это безопасность, то есть децентрализованный характер именно технологии блокчейн гарантирует, что сохраненные на нем записи, они не будут как-то изменены, да, удалены или еще что-то, их невозможно потерять. И все это будет контролироваться, конечно же. Это обеспечит защиту от различных вредоносных атак пользователей. А также спектр услуг платформы при работе именно с недвижимостью не ограничен, да, то есть это и аренда помещений, и покупка активов, да, то есть налоговые консультации различные, если вам понадобится, также юридические услуги и многое-многое другое. То есть все, что связано с недвижимостью, все это будет у нас на платформе AI Tokens. Ну и также, помимо услуг, платформа предоставляет нам актуальную базу объектов недвижимости, да, исходя из цели сделки, то есть аренды, покупки, продажи, обмена и так далее. У них уже огромная наработанная база, и все это достанется пользователям именно их платформы, да. При заключении сделки продавец и покупатель, они всегда в курсе действий друг друга, то есть могут ознакомиться с заключением юридической именно и залоговой службы. Это все проверяется, это все на блокчейне, это все открыто и прозрачно. И это, я считаю, огромный плюс. Документы, которые были подгружены именно сторонними службами, они также защищены, да, то есть криптографической подписью от исправления. То есть подделать документы невозможно, если что случись, да, вы можете всегда их взять и проверить.
Ну и для работы на платформе необходимо именно пройти регистрацию для каждого объекта недвижимости, да, то есть создается отдельный блок из личного кабинета с полным перечнем инструментов. И все это записывается в этот блок, и также невозможно это будет стереть. Ну и благодаря работе круглосуточной службы поддержки пользователь может оперативно решить вообще любые возникшие вопросы, да, они отвечают вам мгновенно и на нескольких языках, что тоже очень удобно. В общем, платформа подойдет всем тем, кто работает с недвижимостью или хочет начать. Для вас эта платформа просто бесценна. Поэтому я советую вам обратить внимание на данный проект. В описании к видео я оставлю ссылочки на их сайт, на их соцсети, телеграм-канал. Там вы сможете задавать вопросы по проекту, там менеджеры, которые отвечают на любой ваш вопрос. Поэтому присоединяйтесь и не проходите мимо. На этом я завершаю свой обзор. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на мой канал, также ставить лайки. Всем пока!